стандартный набор сувениров, которых можно получить на разных стендах спорт-аккорда. Брелок, маркер, ручка, значок, буклет, конечно же, футболка и много-много чего еще. Есть на выставке и специализированный стенд ФИАС. Пойдемте посмотрим, как он выглядит. Для нас это не первый опыт. Мы уже стартовали на работе в рамках выставки спорт-аккорда в прошлом году в Санкт-Петербурге. Цель одна – познакомить людей с самбо, рассказать как можно большему количеству людей, что это, рассказать о нашей истории, о правилах, о основных направлениях работы. И, в принципе, я считаю, это удалось, потому что очень большое количество людей подходит, интересуется, ну, просто феноменально. Организаторы нам предложили, то есть у вас есть шанс, помимо стенда, организовать еще показательное выступление. В принципе, такой опыт у нас уже имеется. В Санкт-Петербурге на прошлой конвенции силами спортсменов из Санкт-Петербурга мы сделали такую демонстрацию. Ну, всегда лучше как бы вживую увидеть то, о чем мы пытаемся говорить и то, что мы пытаемся пропагандировать. Поэтому мы ухватились за эту идею. Первоначально мы планировали, что это будут спортсмены из Турции, но в силу определенных технических как бы, проблем и организационных пришлось оперативно взять студентов Института физической культуры университета и в спешном порядке организовать это выступление. Помимо стендов на выставке «Спорт-аккорд» работает и так называемая демо-зона, где можно посмотреть в пробной, естественно, версии самые разные виды спорта. Баскетбол или вот как сейчас карате не отстает, и самбо, которая приготовила свою показательную программу для этой конвенции.